Привет, друзья! С вами Илья Пономаренко. Я продолжаю отвечать на вопросы про книжный бизнес на Амазоне в Германии. И в этом видео хочу ответить на такой вопрос, как сколько нужно книжек, чтобы иметь там хотя бы 1000 евро пассивно с этой модели. И ответ тут очень простой. Я не знаю. Почему не знаю? Потому что это нельзя просчитать. Если вы выберете классную нишу, найдете прямо вот как надо, то одна книжка может приносить 5000 евро в месяц. Если вы берете средненькую нишу или такую, как бы, которая еле-еле идет, тогда книжка может приносить от 1000, вернее, от 200-300 евро до 1000-1500 евро. Если выберете совсем никудышную нишу, но при этом сделаете все абсолютно правильно, правильно зальете на Амазон, правильно оптимируете все, тогда книжка будет приносить 50-60 евро в месяц. И сказать паушально как бы о том, сколько книжек нужно, это невозможно. Дорогу перехожу тут сейчас. Сказать паушально, сколько нужно книжек на то, чтобы зарабатывать пассивно 1000 евро в месяц на Амазоне, нельзя. Это может быть одна книга, это может быть 5 книг. Проеду сейчас. Это может быть одна книга, это может быть 5 книг, это может быть 10 книг, это может быть 20 книг. Все зависит от того, насколько вы хорошо проработали нишу, насколько хорошую нишу вы нашли, насколько хорошо и качественно сделали книгу, и насколько хорошо вы сделали маркетинг, чтобы запустить продажи этой книги, чтобы они вышли на автопилот. Поэтому паушально нельзя сказать, судите сами. А кто хочет узнать, как правильно это все сделать, как правильно найти денежную нишу, как найти, как оформить это все дело, как запустить книжку по шагам, четким шагам, что нужно делать, чтобы запустить книжный бизнес на Амазоне в Германии, то я на данный момент предлагаю бесплатные стратегические консультации по созданию пассивного дохода в Германии через интернет. И в частности, вот про книжный бизнес на Амазоне в Германии. Всю информацию вы сможете найти у меня на сайте ilyapanomarenko.com. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк. Поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так, он говорит, лучше вот так, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. А мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание.
Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание, с тобой был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!